Мир и дешевый свет и газ. Мы спросили приднестровцев, что вам хочется сохранить в стране. В большом опросе во всех соцсетях ТСВ приняли участие более 15 тысяч человек. Последний раз так много участников было, когда мы спрашивали, какой вакциной вы бы привились. В Инстаграме, Вайбере, Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках мы задали вопрос, что вам хочется сохранить в стране. Было 9 вариантов. Больше всего человек проголосовало за вариант «сохранить мир, чтобы не было войны». Только в Вайбере этот ответ выбрали 2500 человек. В Телеграме больше половины опрошенных. Ответ ожидаемый. Многие вспоминают гражданскую войну в Украине. Ей пока нет конца. В памяти и война в Приднестровье в 92-м. Тем временем переговоры с Молдовой в тупике. Кишинев вводит новые ограничения и не хочет выполнять то, что было подписано. Отказывается от встреч 5+2 с участием иностранных дипломатов. Об этом говорили на встрече в Москве глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев и Виталий Трепицын, посол по особым поручениям МИД России. В 92-м войну у нас остановили российские миротворцы. Россия – главный союзник. Такой вариант ответа – один из самых популярных в нашем опросе. Свет и газ дешевые, а не как в Молдове. 2000 наших подписчиков выбрали этот вариант. На волне энергокризиса ответ вполне ожидаем. В Молдове газ стоит в 10 раз дороже. Людям там приходят платежки с невероятными суммами. Жители городов и сел запасаются дровами. В 2 раза подорожало электричество, в 1,5 отопление. Сохранить 1000 кубов бесплатного газа для пенсионеров. Еще одно пожелание от приднестровцев. Для тех, у кого частные дома, которые нужно отапливать минимум полгода, это значительная поддержка. Участники хотят, чтобы продолжили ремонтировать больницы, детсады, школы. Этот вариант также в топ-3 нашего опроса. В соцсетях ТСВ подписчики разных возрастов, больше всего тех, кому от 25 до 44. 90% опрошенных живут в Приднестровье, и они видят изменения в наших городах и селах. Продолжили ремонт больниц, детсадов, школ и продолжили восстанавливать дороги. Эти 2 ответа набрали в Вайбере практически одинаковое число лайков по 1000. В Инстаграме у нас спрашивают, как выбрать все варианты в опросе. Много голосов набрали варианты со строительством нового доступного жилья и с большим выбором ковид-вакцин. Многие ждут именно спутник. Об этом говорил один из наших предыдущих опросов. 90% проголосовавших, а это более 5000 человек, выбрали спутник.